Я скажу резко. Дурость, глупость, идиотизм. Вот я по-другому не могу. Да, я не могу здесь толерантно говорить, потому что детей, первоклассников, лишили первого звонка на всю жизнь. Вот эти взрослые тети и дяди, которые принимают тупые решения. Объясняю, почему решение тупое. Так. Потому что вот 1 сентября пришли бы родители, привели бы своего первоклассника, и вот здесь стояла бы учительница, с которой они, которая будет учить этих детей. И они провели бы линейку. И смотрите, на второй день этого первоклассника в школу приходит тот же родитель, и тот же родитель приходит или другой после занятий, его забирает домой. Ну так устроены первый, второй класс. Они домой сами не ходят, их привозят, их отводят и так далее. То есть все эти люди 2 сентября, 3 сентября и дальше находятся в постоянном контакте. Какая разница, это было 1 сентября или это было 3 сентября? То есть эта мера запрещения линейки с санитарной точки зрения абсолютная глупость. Это моя точка зрения, это точка зрения всех педагогов.